Гордон, мне казалось, вы уже бывали в главной лаборатории. Сегодня великий день, и мы все на вас рассчитываем. Я вас не припомню. А, Стриман, вы знали, что эти эксперименты основываются на реальности психических феноменов, что фактически означает попытку стереть границы между параллельными измерениями? Меня все это тревожит, и исходя из отчетов... возможно, работа над этим мозгом на самом деле не такая хорошая идея. О, ну наконец-то. Подходите сюда, мне нужно с вами поговорить. Гордон Стриман, а мы вас ждали. Кстати, всегда хотел спросить, кто это додумался вас так назвать? Прошу прощения, я просто пошутил. Так или иначе, сегодня у нас знаменательный день. Белкин готовит к выпуску новый нейростимулятор на основе водородных соединений. Он ценит пунктуальность, так что нам лучше поторопиться, пока он нас всех не уволил. Совсем неуправляемые. Я даже не могу приучить их есть с рук. Видимо, мы переборщили с их геномом, пытаясь добавить гены с диких сородичей. Что за... Ты что, спишь на рабочем месте? Ты же знаешь, этот нейролептический газ может серьезно повредить мозг и нервную систему. Сейчас же закрой вентиль. Ну ладно, извините. Готово. Продолжай в том же духе и попрощаешься с работой. Собирался начинать свой эксперимент с Артуром. Да-да, прошу меня извинить, Дмитрий. Вы же знаете Гордона, пунктуальность не его конек. Как себя чувствует объект 13? Он все еще спит? Думаю, вы уже в курсе, что мы планируем разбудить его сегодня. Что ж, будем надеяться, что вся эта химия не слишком ему навредит. Я вам полностью доверяю. С вашим-то уровнем технической и инженерной подготовки можно смело исключать даже малейшую возможность просчета. Ладно, Стрим, не стойте столбом, пора за работу.
Сперва нужно включить три рубильника в определенном порядке. Вы найдете их внизу. Затем возвращаетесь и включаете главный. Черт, он просыпается. Да, я знаю, как это выглядит со стороны. Не беспокойтесь, это всего-навсего мозг, не более. Ну, как скажете. Ладно, что тут у нас? О, что он делает? Как такое вообще возможно? Без понятия. При помощи телекинеза? Он пытается вступить в контакт? Вы же говорили, что это всего лишь бесполезный и пустой мозг. Не совсем пустой. Я имплантировал в его клетки свой ДНК. Вы что? Нравится мне это.